Мастер Чиф жив? А ты связ нам то, что он мертв? Тебя это не злит? Нет, скорее, воодушевляет. Ты обещал нам отчение, превосходство, возрождение. Мастер Чиф означает всему. Ты сомневаешься в моих решениях? Стратегии Атрикса? Атрикс же мертв. Это его вина, что мы тут застояли. Изгнанников больше не заставит слониться. Не Ковенант. Не Хароки. Не она. Это кольцо снова будет работать. Пусти. Нет. Лишь потом будет отлучение. Мастер Клинка. След за спасаться потихоньку. Я желаю знать о нем все. Запрашиваю подключение к броне. Разрешаю. Зашифровано сообщение. Почти. Расшифровка. Не выполнено. Источник сообщения. Производится триангуляция. Ну, дело сделано, они могут вернуться любую минуту. Выследить нас и прикончить. Что пытаешься найти? Там ничего нет. Вот нечего там искать. Нам надо домой. Приложи маршрут. Что ты нить учного поля? Давай. Wait, what? Ты что, издеваешься? Зачем ты лететь? The banished plan to wipe us out. Нас уничтожить. Нас всех. What? И что? You think we can stop them? Думаешь, мы удаём остановим их? I told you. Я же сказал, нас разгромили. Геройство тебе не поможет. No. Нет, мы выполним долг. Защитим человечество любой ценой. I can't be the only... Ну и что, кроме... Хожу в атмосферу, он отключился. У нас снова задание. Какое? Что там внизу? Оружие? Сколько тебе надо пушек? Ну ты псих, что бы еще раз подобрался на танце? Это глупая идея. Они нас атакуют. Все сразу. Так. Головить инспект, с вами Димбек. Это вхождение Halo Infinity. Ладно, ладно. Так, я умер. Нет. Почему ты не залетел туда? Ладно, пробуем еще раз. Вот, сейчас такое. Heads up! Lots of banished craft heading your way. Не скажешь, что у меня эта пушка. Это долгая история. Так, дай комиссию. Ну, побежали, чё. Ладно, не доцепился. Там еще, нельзя мы полетели за этим твоим оружием. Все как будто умирает.
Как будто это цепляется за жизнь. Что это значит? Each ring is different. Все кольца разные. I see an entry point. Впереди вижу вход в стене. Get in there. Супер, беги туда, найди оружие, мы сразу свалим, правда же? Right? Стоимость. Он прячет в укрытии. Ох, сильно что-то задал. Так, смотри, лайк. Осторожней, они все побывают. Ребка, ты их разозлил. Так, уже. Ты посмотри. Такое вот все красивое. И такое искалеченное. Надо уходить, тут корабли изгнанника со всех сторон. Так, идем. А, понятно. Так, нужна пушка. Погнали, блядь. О, моя, умер. Все. Ну и вали. Привет! Пока! Так, это... Ау! Было больно. Тут вроде бы никого. А как? Совершенно никого.
много. Побежали, побежали, побежали. Так, умер. Плохо дело. А вы сейф, да? Я как отдох. На всех вас. Ты! Отрызок! Отвали! Все, убежали. Так, мне, видимо, сюда. Это все предтечи? Я, конечно, слышу рассказы, но такого не ожидал. Так, полетай. Тупой вопрос. Ты уверен, что это не ловушка? Не уверен. Супер, надеюсь, оружие твое стоит риска. Наш дорог идет целое. Их много, и времени нет. Так, что это? Прошло полгода. Где ты был-то? Что случилось? Где Гордана? Вышла из-под контроля и была удалена. Ее больше нет. How? Что? Это ты ее удалила? Нет, конечно. Ты головой стукнулся? Не пугай меня. Я должна была, если ты помнишь, войти по системе установки, сымитировать Гордану и обезвредить. А ты доставил на бесконечность для удаления. Но разве это не ты? Ну ладно, и вот что еще. В случае успеха должна была сработать процедура моего удаления. Но вот... Хорошо. Хорошо. Моя программа сбилась. Я здесь быть не должна. Меня надо удалить. Нет. Нет. Я был создан для цели, которая больше не актуальна. Задача закрыта. Есть новое. Изгнанники хотят включить это кольцо. Мы должны побежать им. Во-первых, что за изгнанники? Во-вторых, как ты мог заметить, значительная часть моей установки повреждена, а значит, нет. План невыполним. В-третьих, чтобы включить кольцо, нужен индекс активации. Вот когда он был. У меня остались только фрагменты. Что-то помешало тебе удалить. Мы должны выяснить, что именно. Но это не входит в задание. Задание меняется. Как всегда. Ты уверен? Так, твоя работа. Нет, забрав меня, ты вызвал отклик кольца. Ты должен мне понять. Нас мало времени. Если ты знал, как будет смерть. Ты выпрошишь из иначе? Я слышу голос Гордана. Нет, это не она. Это просто эхо. В смысле?
Фрагменты данных существуют до тех пор, пока не иссякает энергии. Они вокруг нас. Сегодня меня назвали бесчувственным роботом. Они видели все лица, 75 здоровых бойцов. Лично я их отбрала. Отдельные кандидаты выживут не все. Я знаю этот факт и смеюсь с ним. Почти. Но есть один кандидат, на выживание которого я возлагаю надежды. Он идеально подходит для нашей цели. Ох, глюки пошли. Его поставил номер 117. Впереди что-то есть, я слышу, как она зовет меня. Пошли вон. Это изнаники? Так точно. Воняют еще хуже, чем я ожидала. Ты чуешь запахи? Ну как, чё, я анализирую данные сенсора своей брони. Ты, кстати, хорошо пахнешь. Так, всё. Нет. Стоп, я возьму твою винтовку. Понадобится. Смотри, вон там, это источник. Мост убран? Ну да, для него нужно просто нужно найти источник питания. Так, стоп. Что-то есть. На, вижу. Они дадут тебе торгую. Может, даже новый Кортана. Я слыхался позловить. Это буду не я. Но ты сам понимаешь. Так, идем. Забрать данные. Is it safe? Это опасно? I think so. Вроде нет. Нет, не опасно. Yes. It's safe. Это же часть меня. Я не понимаю, как это вышло. Но это я. Я помню, это последнее, что удалили. I don't know how, but it is me. It was the last part I remember being deleted. А если я... Ты здесь, потому что ты избран. Наши враги становятся хитрее и умножают свои ряды. То, что я тебе покажу, можешь переломить ход войны. Сотрудничный гений корабельного искусства, искусственного интеллекта, мы внесем прямо на поле боя. Ты готов? Yes. Да, Гордон Хелси. В отличие от предыдущих моделей, она будет прямым связующим звеном между тобой и нейроинтерфейсом костюма. Считай еще одна пара глаз, ты будешь видеть больше, будешь ехать быстрее. Тебя не заменит, но поможет уравнять шанс в бою. Как ее называть? Спроси, она сама выпросила ее. Hello, Master Chief. Привет, Мастер Чиф. Я Кортана. Вместе вы надежда на лучший исход. Вместе вы наш ключ к выживанию человечества. Она пойдет на все, чтобы выполнить последнее задание, если ей придется пожертвовать с собой или тобой. Что случилось? Я прикоснулась и... Was that real? Это настоящее? It's just data. Это просто данные. Они здесь хранятся. It's just here. Clusters of recursive code. Блоки все равно кода, а вот это другое дело. But this,
On the other hand, this is the framework I used to track Cortana. It contains the copy of the activation index, at least fragments of it. Точнее, фрагменты. Что нам с ним делать? Do we need it? А он нам нужен? Well, based on what you told me so far, the bigger question is, нужен ли он изданникам? Do it. Забирай. Идем. Something. Let's go. Так, окей, погнали. Did I miss something? Я что-то упустил, тут виден файл, которому нет доступа. We need a route out of here. Нужно выход отсюда. Okay, let's see. Тут я навесь пробой, но через нее можно выбраться на поверхность. Ах, давай. Give me a second, and минутку, сейчас активирую мост. А, значит, возьму это. Это будет лучше в ближнем бою. У нас гости, чиф. Буду ждать на... Не, не успею почитать. Бегом, высыпусь, конечно. Вот не умеете делать сюрпризы. Понятно. Так, это все? Да. Стрел мост. Ого, быстро ты! Не любишь тратить время впустую, да? Не люблю. Поняла, идем. Опять вы. Так, тут же будет сложнее. Будет дальше. Сюда. Who's messing around with our stuff? Стоп. Отлично. Возьму автомат. Так, там много лучше. Oh no. Отвали. What's wrong? This gravity lift should be powered up. We need to find a way to bring it back on. Oh. This object
Это предмет, часть жизненности его кольца. It's called a power seed. О, я, видимо, все сделал правильно. Весь мир, все время звезды. Расширение, распад, исчезновение. Долгая или короткая жизнь их. Это картан Лиль Йода. Жажда, которая наконец-то была упорена. Чиф, стоп. Чиф, постой, это спартанец. Мы должны все выяснить. У нее был модуль усиленного щита. Попробуй что-то выяснить. Подключаюсь. Это спартанец Бонита Стоун, спец по разведке, признаки жизни, отсутствует почти месяц. Она погибла от электроклинка, но от другого, более мощного. Убита одним ударом, ее заставили врасплох. Идем дальше. We're here. That elevator should take us to the surface. Так, стойка. Достаточно. Стреляет по мне, однако. Блин, не так тоже. А так тоже можно. Танцевать, танцор недоделанный. Ну окей, я иди как бы слушаю. Больших я не вижу, поэтому окей. Эй, лёг. Стреляй и достигай. Надо вызвать. Ищи пульт полета. Так вот. Вызвать. Этот вид включает энергию от кольца. Но сейчас энергозерно пропало. Окей, идем. Так, ну пусть я продвигаюсь довольно быстро, это хорошо. Что это за штуки? Генные хранилища сосуды для материалов предтеч. Телики. Откуда ты это знаешь? Такие штуки окружали меня в этом зале, где я потрачал полгода. Давай-ка вернемся к лифту. Окей, идем. Почему с этой фигней он так медленно ходит? Он же может немного ускориться. Или типа, чтоб не разбить. Случайно. Не знаю, ладно. Придется терпеть. Так, мне сюда. Get that cradle powered up. Ага, понял.
Это не Предтечи, это аппарат знаников. Можешь управлять? Хоть во сне. То есть я не сплю, но... О, зачем управлять? Он сам спускается. Incoming. Готовься. But но, может, это друг? It isn't. Нет. Вот не На приказ тебя к нему доставить, но и уточнил целиком и не по частям. Понятно. Отвалить. Ох, а помало. Так, ну этих я убил, это отпустил. Подожди секунду, обожди. Я походу не знаю. Дай-ка тебя чем-нибудь кину. Чем могу тебе делать? Могу? Нет, не могу. Вот тогда постреляемся. О, походу. Ты обожди немного. Подготовился! Спасибо! Оно умер быстро. Я не последний, по крайней мере, один еще остался. Ты так-то уверен в этом, да? Я тут не думаю. Ты прав, это точно не мирный. Похоже, это был какой-то их предводитель. И он звали Тимониус. Уже нет. Это почти смешно. Уже близко, повторяю, к твоей позиции ближайшая группа кораблей и знаников. Сиерра 117 понял. Не мог с тобой связаться, ты как исчез. Уж думал, что ты... Ладно. Координат за все. Готовься. Так. И что сейчас будет? Так, и где мы? Окей, ладно, на этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!